Как настроение? Нормально. Пойдем. Паша, его любовь к самолету. Все. Всем привет, вы на канале Bar & Par, и мы едем в Египет. Египет! Так. А российский карт? Сдали багаж, простояли чуть долго в очереди. Прошли паспортный контроль. И... Короче, нас выпустили, сейчас будем отдыхать. Duty free, судя по всему. Сразу хочешь? Ой. Это духи ищет, это алкоголь ищет. Машина снотворная не работает. Аня в отруге была весь полет. Ну, мы летим еще пару часов только. И нам прилетит. Хотя говорили, что ничего не будет. Куриная, говядина. Прикольно. А мы наконец-то приехали. 6 часов это очень много. Но мы сейчас не спать, мы сейчас гулять. Дринк. Ну и там что такое. Отель. Хотел. Что, закрыт? Да. Полностью или просто ночь, потому что? Полностью, ремонт. Очень сложно то, что на ресепшене никто не разговаривает по-русски. И тебя не понимают. Очень сложно, когда ты не знаешь английский, да? А наше знание английского языка божественное, я вам так скажу. Будет. Вы чувствуете вот эту прохладу от бассейна? Ой, лестница. Это плохо. Лестница – это всегда плохо. Лестница, камушек – это в два раза хуже. Бар-энд-пар в Египте. Мараба. Приехали Мерхаба. Поздно. Мерхаба. Мараба. Очень душно, но очень круто. Плюс 30 тэры. А время, чтобы вы понимали, по их час, по нашему два. И вот здесь мы... Игра. Айдь, красота. Отель, нам дальше. Вот туда. Паша решил, что мы идем на променад. Пытается разобраться, где он находится. Достаточно спокойные улицы пока что. Вон там сфинкс. Голова. Казино. Казино. Мы не пойдем в казино, мы там сидим, не проиграем. Ехали в Египет, в итоге доехали до Холливуда. Это Паша нас таскает. Значит, мы шли докуда, Паша? До улицы? Предположительно, до старого города. Но мы не дошли немножко. А должны были дойти до... Дошли до Амабея. Чуть не умерли. Время 2 часа ночи, на улице плюс 100, наверное. А вот никак узнать, где пешеходный? Там надо... Пешеходный у них красненький. Значит, нам надо найти что-то красненькое. Хотя, смотри, вон он идет, ему все равно. Всем привет! Допустим, мы нашли пиво. С горем пополам. Практически нашли море. Отель мы вам обзорчик покажем попозже. Рум-тур тоже будет попозже. Покажем.
Нет, этот недовольный не будет Торнтур показывать. Он ко всему придирается. Вот. Сейчас идем на море, потрогаем водичку, посмотрим, что к чему. И расскажем вам. Вот оно море. Красиво, конечно. Небольшая анимация. Мальчики, девочки загорают. Я пытаюсь не жаловаться ни на что. А, это видео? Да. Вот знаете что? Хочется сказать уже. Негативом приезжать сюда не нужно. Вот не нужно. Весь негатив надо оставлять дома. Это касается некоторых. И кайфовать. Да. Стаканы маленькие. Ходить на море без пива или без чего-то холодного вообще без смысла, потому что очень-очень жарко. Море стало теплым после третьего стакана. Ну и лучшее море. Прозрачное, рыбок много видно. Мы идем обедать. Сейчас покажем вам, что будет на обед. Ой. Очень жарко. Спасибо. Вот такие ходят здесь непонятные аквалангисты. Они-то не обедают. А, нет, обедают. Приятного аппетита вам. Ну, это русские, скорее всего, потому что жрут они за знатных. Русских мало. Наверное, если собрать весь отель, соберется один номер русских. Ну нет, на самом деле здесь максимум человек 10, а в отеле всего человек, наверное, ну 60 максимум, это прям максимум. Ну да, то есть да. Рядом с нами баб, который первый день. А вот здесь, кстати, детский комплекс, вот там горки. Здесь как раз мы хаваем. По кайфу хаваем. Вот, значит, у нас здесь супчик вот такой вот супчик. Булочки пахнут чесночком. Здесь у нас рис, мясо, овощи тушеные, макарошки, мясо. Здесь какая-то печеная рулет мясной. И с курочка. Десертики. Вот это, наверное, вкусно. Все остальное что-то как-то не очень. Арбузик. Соки и вода, как обычно. Честный рум-тур этого отеля. Значит, тут шкаф, сейф, который периодически сам по себе открывается. Шкаф. Они тут где-то сушку еще нашли. Тут что это? Что это? Как вы думаете, это пыль? Анна Елена. Короче, какая-то странная полка. Маленький холодильник. Мы его там чем-то забили уже всякой хренью. Туалет. Это самое веселое. Все. Ну, короче. Ну, вообще нет. Это зато у нас есть фен работающий. Тут где-то был свет, вот. Это, кстати, снимают только после уборки. Этих новых ничего не дают. Тут, пожалуйста, пусто. Тут пусто. Ёршик нет. Бумагу пришлось звонить на ресепшн. Тут вот это что такое? Что это? Вода. С горем пополам, и то холодная. Самим пришлось покупать. Полотенца висят наверху. Аня, когда в душ идет, она просит достать их. Единственный плюс, это что? Это три кровати.
кровати хорошо. Муж сгоревшие. А этот, как он называется? Кондиционер. Вчера что-то там наделали, и Паша чуть не спалил нас тут всех. Тут какая-то странная тумба. По телеку показывают у нас только что. ТНТ. Больше ничего не показывают. Ну, все остальное не по-русски. Ну и вот, ладно, еще единственный красивый моментик, то, что можно выйти, здесь очень мало людей, и никто нас не трогает. Вот. Правда жизни Египта. А так... Нам с Пашей все нравится. Мы максимально на позитиве, на расслабоне, на чили, на отдыхе. Единственная душнина у нас Ромочка, которому вечно все не нравится. Вот. Живите с этим как хотите, мы с этим тоже будем жить 10 дней, к сожалению. Тут. А сейчас мы, получается, вышли. Идем на йогу. Йога. Целый день загораем. Мальчик у нас после йоги отдыхает вот в таком вот бассейне. Вот этот вот наш отель самый главный. Ресторан, который закрыт. Ресторан, да, который нам обещали, что откроют, но не открыли. Мальчик плавает, здесь вот такие шезлонги. Значит, завтраки говно, обед офигенный, ужин обещают просто офигительный, сегодня хотя бы. Я нашел пару плюсов. Это обед, это теплое море, оказалось теплым. Ну и в принципе все, и тебя особо никто не трогает. Тут правда наливают нехотя. Обидно немножко. Ну знатно же наливают. Ну обидно получается, что они такие типа один стакан в одни руки. У нас 6 рук, значит сколько стаканов? 6? Выключайте, пожалуйста. Почти. Идем на ужин. Все вон красивые. Все. И вам фасы в профиле. Вся королева. Так как у них праздник. Мясо не едим. Да. Ура-барам. Планирую. Сейчас покажу. Там что-то очень много. Там что-то дымится. Ну или ты. Ну или так. Короче. Здесь у нас десерты. А что ты маленькую взял? Десерт. Дай я пробегусь. Десерт. Тут десерт. Десерт. Фрукты. Сегодня даже дыни есть. Тут, как всегда. Салаты. Будешь такой? Давай чуть-чуть так. Выпечка. Выпечки очень много. Супы. Рис вижу. Вижу картошка. Рис, картошка. Вот блогер после этого. Ну, извините. Давайте уже. Ялла, хабиби, ялла, хабиби. Что-то большое. Большое, красивое. Хорошо? Шаурма. Тут жарят. Сегодня... Ужину получается быть. Получается так. Сейчас дойду до Ани. Отдам. И Анечка. Ужин-то получается быть. Королевскому? Я бы так даже сказала. Ну, значит, смотрите. Рома первым же делом пошел за выпивкой. Значит, вот за такими столами тут все. Сцена прям напротив нам. Сцена прямо напротив нас. Нам сказали, что здесь будет офигенная шоу-программа сегодня. И посмотрите на вид. Просто море, горы. Все шикарно.
А Пашка вон не хочет. Вот красота. Ну, такой зал не ест. Здесь тоже могло бы быть красиво. Ужин номер 2. Значит, записать нормально не получилось. А утка, курочка, баклажаны какие-то, которые Паша и Аня тащат из них. Нет, другой салат, баклажан. Какой-то перец, какая-то жижа. Хлеб, вот этот хлеб самый офигительный. Это просто божественная штука. Какое-то мясо, тоже острое. Ну, короче, все как обычно, но, по-моему, выбор есть. Добавить так, хорошо. Сегодня опять вырвались на Амабэй и до хрена народ. Аня, Маша, Паша. У нас свой личный гид. У нас вот государственная аптека. Ой, иксированные цены. Очень удобненько. И меня вон почему-то все бросили и ушли. Вон, бля. Короче, мы идем в клуб. Куда-то туда. Вот в этот, наверное. Но пока нам сказали, мы идем на красивое место. Вот, идем куда-то туда. Очень красиво. Выйди, остальные ножи. А если бы не я, вот я бы... Смотрите, рыбка-крылатка. Красиво! Получается запрет? Купаться запрещено, Паш? Ушел, получается. Сучка какая. Если что, просто ныряй. А, ты притворился, что ты... Мы пришли, прошла уборка, и теперь нас четверо. Чина, Аня, ну кровать главное знает, куда класть. Естественно. One доллар. Маме хочу. Пока поздний ужин, быстро пробежимся. Салат. Такого плана. Супы, хлебы, как всегда. О, пока никого нет. Пойду, пройду здесь. Вот, сегодня какие-то новые десерты. Много. О, дыня. И там уже, как обычно, рыба, картошка, рис. Что-то такого плана. И пойдем к горячему. Горячая
горячее, что-то вкусное и большое. Вон какой-то барашек. И эти. Мы идем по променаду. Променад – это длинная-длинная улица вдоль побережья Красного моря, которая захватывает собой территорию нескольких отелей. И здесь есть мини-ресторанчики всякие разные, кафешки, палаточки со всем, что вам надо и не надо. Вот. Рынок и рынок. И здесь мы можем выйти на улицу как раз-таки Амабей. Поэтому классное место, гуляйте. Не берите с собой деньги. А там может и местные друзья. Вот это вот место, ты знаешь? Да. Это место, это кальянное. $3 кальян, чай и все остальное. Давай, смотри на меня. Получается, шатер поставили и делают бизнес. Кальян, смотрите, где будет шатер. Заново. Пришли в кальян, ну и значит. Пришли в кальян, ну и здесь такой дизайн. Файвик такой, кабул. Посадили на пол. Дали нам какую-то хрень, чтобы мы пытались разобраться, что из этого что. Хотя это типа сок, холодный напиток, горячие напитки, но вот это оказался не сок, а что забивать в кальян. Или вот это что забивать в кальян, мы еще не поняли. Ну что? А он не ставит сюда. Депу. Ай. Я дебил, а? Паша не курящий человек. Обгоревший, злой. На чем? Оранж? Все-таки это был не апельсин, не лимонад апельсин. Аня, как обычно, ваше мнение? Мне не получается. Аня, получается. Ну, такое себе. Не лакшери, вилочка, конечно. Цена. Цена дешевая, качество нулевое. Прямо от слова совсем нулевое. Плюс нет ни одного русского, как обычно. Неудивительно, но он даже не понимает, что ты хочешь от него. Ему говоришь, какое это. Он говорит, этого нету, потом оно и оказалось. Потом непонятно. Он пытается высосать. Толку ноль. Короче, в Египте надо только купаться в море. Все остальные развлекухи, они ни о чем вообще. А манго? Манго? Мы уже купили 2 манго в разных местах. 3. Вчерашняя... Третий мы еще не съели. Вчерашняя оказалась дико кислым. Прям вообще как будто лимон жрешь. А не манго. Вообще? А сегодняшняя манго оказалась протухшим, потому что оно, видимо, целый день лежало на солнце и закислилось. Нас наебали. Ну, вообще ни о чем.
Но зато дешево. Что манго, что кальян. Можно просто гулять. Нет, вообще нету ничего. Мы купили кальян на променаде, который находится здесь. Не курить кальян. Это полный отстой. Он находится на разве в Гапе. И это не советую. Но, пошли. Мы направляемся в Китай, ресторанные клубы, здесь по 2 доллара кальян, кальян 2 доллара, и мы направляемся на Амабэй. Ой, на Амабэй нет, какой на Амабэй? Мы направляемся в Фикспрайс. Аня, ты куда идешь? Фикспрайс! В Египте? Сейчас будем обзаривать Фикспрайс, будем заходить. Народу? Тьма, просто. Паша с туроператором каким-то. Смотрите, да. Посмотрите, здесь есть настоящий Макдональдс. Вот он. Ань. Ну правда, очень странный город. Или что? Египет это что, страна? Город, значит. Хотите тату? Хотите вам вон любые бренды, какие только хотите. Аптека, в которой ничего нет. Даже менструальная чаша. В которой даже аптекаря нет нормального. Вот. Манго. Это вам не российский фикс-прайс. Пока не разбираемся, 50. Аня, как они называются? 50 фунтов. Разделите на 33, как они считают. Один штука, $1. Рахат-лукум. И тут их очень много, очень. Вот тут прям конфет подарков, хоть берите 42 фунта конфеты, это $1 с копейками. Вот. Тут просто очень много людей, неудобно снимать, чтобы никто ничего не видел. 250. А, 20 фунтов. Это сыр или молоко или что-то. Кто его знает. Вот, пока тут никого нет. В сладостях. Это вообще далеко не наш фикс-прайс. А тут столько всякой хрени есть. 55 фунтов. Шоколадки, блять, огромные шоколадки. Самое красивое это вот тут начинается. Тихо жуть. Всякие штуки. Совушки. Всякие туалеты. Очень много. И причем недорого. 91 фунт. Допустим, вот этот. Зато очень дешево. Вот. Это просто, блядь, что-то божественное. А вот какие прикольные штучки. Тут есть прям все. Все, что хотите. Обзор, конечно, про еду. Но нельзя не заснять фикс-прайс, который не наш. Русский фикс-прайс, это не русский фикс-прайс. Это просто какие-то всякие штуки прикольные. И причем стоит вот это даже 150 фунтов. Разделите на 33, получите 100. Посмотрите на ложку на этого. Ну это что это? 145. Тут просто нереальный. Тут есть все. Почти
Прикинь, за 40 фунтов. Это меньше доллара. Хотите брелок? За 16 фунтов. Это вообще центы какие-то, если в долларах выбирать. Просто магнитов. Господи, это... Почему в России нет таких цен? Не открываете белье, даже по-русски он. И фикс прайс, а все лучшая цена получается. И там просто огромный выбор всего. Давай. Всем привет, мы сегодня находимся на улице Амабэй. Это самая центральная улица с многочисленными палатками, торговыми центрами, ресторанами, кафешками. И мы сейчас направляемся в одно очень интересное место. Это рыбный морской ресторан. Махони. Поэтому сейчас покажем на него тоже обзор и покажем, как до него дойти. Пабло, пару слов. Все, пока народ здесь пойдет, идем в этот кафе. Макдональдс. Мача. Ну, рассказ небольшой. Значит так, мы находимся сейчас в ресторане Махон. Найти его будет очень непросто, но мы вам потом покажем как. Мы вам потом покажем, как сюда добраться. Здесь очень аутентично. Такое ощущение, что мы сидим в пещере. Покажи. Там льется водичка. Здесь очень прохладно. И нам сейчас принесут еду. Еда здесь, судя по соседним столам, просто офигительно. Вы сказали, что здесь магазинчик можно, можно со своим алкоголем не так быстро, как красиво убирать. Я пойду быстро пробегусь. Опачки. А можно просто? Конечно. Вон. Детки сидят. Просто... Восточные закуски нам принесли, тарелку, хумус, пахта, пахта, что-то еще. Здесь есть нарезанные помидорчики даже. А это ромен суп. Выглядит классно. Чин-чин. Можно? Это... А это? Ты будешь? Бери. Так. Он очень жив. Аня? Я не поняла, что это спасибо. И почему выключили все? Не хочу на одну картошку, я хочу здесь все. Ты хочешь объяснить вот это все? Я не хочу ничего объяснять. Это прекрасно. Скажите, Паша, хоть ты скажи, что это шикарно. А? Хоть ты скажи, что это прям шикарно. Прикольно. Это офигительно прикольно. Это, во-первых, мы здесь попробуем. Видели, сколько еды мы сегодня ели, и это получилось всего лишь 47 долларов. Оставляем сотку и уходим.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن Сегодня мы приехали в Сохо. Значит, нам здесь обещают красивые фонтаны, какое-то невероятное шоу и, в принципе, красивую улицу. Можете посмотреть, мы пройдемся по главной аллее. Вот так. Мы приехали на улицу Сохо. Улица – это город. Это улица Сохо, потому что Али сказал, это улица. Все? А, ну, мы не дальше, нечего сказать. Я тоже с мартышкой. Рассказ будет? А что рассказывать? Я не знаю ничего про это. Давай. Сегодня мы в Сохо. Сохо – это главная площадь Шарм-эш-Шейха. Здесь можно увидеть множество экспонатов, например, всякие разные фигурки стоят, кафешки, магазинчики, ресторанчики. И в 8 часов, 8, 9, 10 часов здесь проводится шоу у фонтана. Да, фонтаны будут рубашить. Рубашить? Рубашить. Что это за слово рубашить? Ну, это гуляцкое слово лепо шоу, да? Да. В 8, 9, 10 часов вечера здесь каждый день шоу у фонтана. Вон там вот главный фонтан и будет представление под музыку. Мы вам его покажем, если найдем сюда. Горизонтально. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين حبيبي небольшой ну да небольшой территория идет за как раз хорошим рестораном, который находится вот там. А по вечерам здесь походят матчи, потому что египтяне любят очень сильно матчи футбольные. And I'll do better.
елочкам в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну вы такие темненькие. Это был замечательный аттракцион. Мы уезжаем с Египта. Шмотки собрали, сейчас давайте номер пошли. Да. Немножко красиво и загорело. Увидимся в Москве. Бай-бай, Микки Маус. Bye.